Друзья, товарищи рыбаки, всем привет! Мы сегодня с отцом приехали снова за лещами. Приехали на водохранилище. Сегодня середина недели, скорее всего, будет не так много народу. Так что надеюсь, что мы сегодня половим хорошую рыбу практически в одиночестве. В общем, ребят, забурило 10 лунок. Вот. Отец у меня сейчас пошел вон туда, к другому берегу. Сейчас будет там сначала забуривать пяток лунок и закармливать. А потом будет стараться трясти окуней. Ну, а мы с вами сейчас будем закармливать луночки на леща, брать в руки снасти и идти на первый круг. Прикормочка у меня тут уже настоялась. Ее немного, и мормуша немного, и на дно. Все, опустил, сейчас опять приподнимаю, метра на полтора. Жду, пока отцентруется кормушка, прям строго под лунку встанет. И открываю. Все, прикорм пошел на дно, кормушка пошла вверх. На первый круг я пойду с удочкой с самодельным чертиком. Леска здесь у меня идет, ну, вы, наверное, будете улыбаться, 0,135. Чертик вот такой, на хороших крючках, оснащенный пайеткой и оснащенный бусиной, то есть наряженный чертик. Вот посмотрим, как на такую мормышку будет реагировать рыба. Окунёк. Клюнул черта. Смотрите, светлый какой. Белый-белый. Давай, беги. Завели щей. Смотрите, ребят, какая интересная картина. В общем, несколько метров над дном плавает стая окуней. О! И очень хорошая видимость, видите? Вон, кстати, лещ тоже плывет. Вон лещ. Видите леща? Или сосорожка? Нет, это лещ. Да, это подлещик. Вон, видите, какая видимость хорошая. Это 2 метра над дном.
Вон рыбка. Рыбка есть. Опускаю ниже камеру. Начинается муть. Начинается муть. И очень плохо видно. Вообще, можно сказать, ничего не видно. Видно только дно вот рядом с камерой, и все. В общем, ребят, пробежался я по кормленным лункам, и получилась такая ситуация, то что рыба, окунь мелкий, стоит выше слоя мути. Ну, проплыл, вот, правда, один подлещик небольшой. Вот, но как такового подлещика здесь на этой точке нету, он куда-то ушел, все, сместился. Поэтому сейчас, наверное, пойду в сторону берега. У меня отец уже туда убежал, он мне позвонил, сказал, что ни хрена не клюет. Вот, то, что он пошел под берег искать окуней. Вот, соответственно, у меня с собой сейчас ни одного ледобура нету, потому что у отца был бур на 110. Он взял мой на 150, пошел забурил лунки и, короче, вместе с ледобуром ушел. Все, сейчас иду за отцом. Будем продолжать рыбалку, потому что, ну, время еще совсем мало, и не хочется, чтобы день прошел на смарку, потому что приехали достаточно далеко. Сколько здесь? О! Есть? Есть, конечно, вон, смотри сколько. Я не вижу. Как не вижу? А, вон они, ну. И все активные. Повыше. Оу, оу. Камни, да, они? Оо. Ты снимай. Кокар, я снимаю. Они уже пошли камеру туда доедать. Ты смотри, что тут происходит. Кошмар какой. Видимость хорошая. Хорошая видимость, да. Ну, давай, клюй на камеру, ты что? Оо, смотри. А все мелкие, слушай. Пошли туда. Ну вот тут уже окунек покрупней. Вот он. Угу. Тут уже покрупнее окунек. Один, да? Один, но тут еще один проплывал. Ну это уже такой грамм 70, наверное, точно. О, 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 это 100 грамм, это 100 грамм. Ну вот. Это 100%, 100 грамм. Ну все, давай лови, лови. Вот еще один. Попробуй. Еще один. О, смотри, 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 смотри. Вижу, о, о. Это нормальные уже. Вот. Это уже пойдет. Ну давай, рыбай. Рыбач, я пойду еще другую лунку посмотрю. Тут какой-то мох на дне. Мох, и периодически он подплывает. Окуньки. Окушки реально хорошие. Зачетного такого размера прям. Вот этот окунь грамм, наверное, уже на 150. Прям зачетный. А этот, это еще крупнее окунь. Это прям вот очень хороший окунь, прям зачетный, очень зачетный, отлично, отлично.
Ах ты! Ну вот на мормыша есть. Ой! 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 Вот это он клюнул. Вот это зачет. Кабан. Решили мы тут, в общем, заняться изучением поведения окуней. Засунули мы туда балансир, пробурили лунку рядом. И вот смотрим, как рыбка будет реагировать. Вот подходят они потихонечку. Я вот сейчас за оператора. Папа вот работает. Оп, видел? Я за хвост, ага. Ткнула. Надо паузу подольше. Угу. Опа. Ну давайте, начинайте. Оп. Давай, работай. Чуть повыше еще подними, сантиметров на 5. О, давай. Давай. Ну. Оп. Сейчас они начнут тут долбить. Смотри-ка, еще сколько собралось их тут. Да, вот они балансир-то любят. Угу, сейчас. Ну и у них уже паника, уже не знают, быстрее, прицелиться не могут. Так, ну-ка потряси чуть-чуть им. Ай, ты промазал, ну. Давай, потряси чуть-чуть. Вот. Тебе видно, что происходит тут, нет? Слабовато. Вот. Окивок, смотри. Не команду делаю. Сколько их скопилось, да? Много. Давай на 5 сантиметров повыше. Повыше, ладно. Вот так. Сейчас начнется. Жди. Давай, кидай. О, хороший приплыл, хороший. Сразу сходу лупанул. Давай еще аккуратненько. Сейчас возьмет. Нет, уплыл. Сходу прилетел, вломился прям. Крупный, да? Крупный, да, был. Грамм 300, наверное, не меньше. Слушай, а ну-ка давай, это, может, блеснуем туда? По-быстренькому, пока они не рассосались. Сорожка приплывает рядом. Вижу, да. Ты вот его подсек, и еще куча окуней, короче, кверху пошла. Вот. Так видно, конечно, как это. В блесну атакует. Блесну, да? Да. Вот как вот сейчас вот этого. Угу. Сейчас в крючок. То в блесну, то в крючок. Сейчас спалим твою блесну, то сейчас слышишь? Да ничего.
в блесну атакует. Половина в блесну атакует. Угу. То есть, по идее, это с крючком блесенку и все. В блесну целится. Вот этот мормыша. Видишь, какой? Идет. Гусь. Гусь. Так. Вот. Такой вот. Нормально, много их там. И в блесну тычет, и в этого тычет. Не успевает догнать, паузу побольше делай. О. Разные, разные пришли, разные. Вот такие рыбки сегодня попадались. Интересные окушки. Вот. Но, конечно, не так много, как хотелось бы. Вот такие. Вот, смотри. Длинный какой-то, видишь, какой-то длинный. Похудел, пока я сидел. Да. Стоит отметить то, что сегодняшняя рыбалка вообще, в принципе, проходит не по плану. Не получилось половить лещей. Особо сильно не получилось половить окуней. Ну, как бы они клевали, но размер не тот, который хотелось бы. Нет, если бы мы пришли с утра, то другое дело, вы бы, наверное, наловили. Чем пришли после обеда только? Ну, может быть, и наловили бы. Об этом сейчас нам наверняка уже никто не скажет. В общем, вот такое вот у нас глухозимье. Ну, у меня на этом все, сказать больше сегодня абсолютно нечего. Мелкая рыба клевала, как из пулемета. Ну да. Один. Два. Три. Бегите во свояси. Все живы и здоровы. Все, до свидания.